При наличии политической конкуренции в стране, оказывается, ничего страшного, что человек, который 24 года у власти, будет еще на 12 лет у власти. И, наконец, случается единственная политическая сенсация, которая может у нас произойти. На президентских выборах в России в 2024 году Владимир Путин победит не Владимира Жириновского. Какой прорыв в новизну. Как все свежо.